Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня снимаю обзор на одежду с AliExpress, причем вся она будет из одного магазина, на который я совершенно случайно наткнулась не так давно. И очень жалею, что этого не произошло раньше. Во-первых, вся одежда в этом магазине стильная, красивая, а что самое главное, большинство вещей в этом магазине из натуральных тканей. Причем цены на эти вещи абсолютно адекватные. Я заказала несколько вещей на пробу из этого магазина. И мне уже не терпится вам их показать. Все ссылки на них, конечно же, оставлю в описании под видео. Не забывайте развернуть его. Также перед началом обзора подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его. И давайте приступать. Всем приятного просмотра. Начну сегодняшний обзор с эффектного красного платья в горошек, которое я выбрала в размере S. Размер отлично подошел на мои параметры. Также подошла длина платья и длина рукава. Линия талии этого платья завышена, что визуально делает ноги длиннее. Платье это на запахе, причем вырез его не чересчур глубокий. Материал платья полиэстер. В талию его вставлена резиночка. Сверху завязывается пояс. Стоимость этого платья 970 рублей на момент моего заказа. И в 4 расцветках оно представлено у продавца. Также в черный, белый и темно-синий. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you. Следующий мой очень удачный выбор. Это довольно плотное боди, которое обошлось мне в 800 рублей. В едином размере оно представлено у продавца. И в 4 красивых расцветках. Бежевый, черный и белый, помимо серый. В составе материала хлопок и спандекс, причем первого большое процентное содержание. Боди очень хорошо тянется, материал здесь утепленный, но отлично держит свою форму. При стирке никак не деформировалось. Особо не подчеркивает рельефов белья и уж тем более не просвечивает. Далее еще одно боди, уже в бежевом цвете, из 3 представленных цветов, также белого и черного. В самом большом размере, оно у меня в размере L. В 690 рублей обошелся мне заказ. Материал преимущественно хлопок с небольшим добавлением полиэстера. Материал снова отлично держит форму, при этом немного тянется. Хорошо подошло оно мне по ростовке, также подойдет на девушек с немного большим ростом. Эффектная застежка находится на горловине в виде кнопок. Они застегиваются, расстегиваются, это не обманка. Очень приятный цвет, не просвечивающая ткань, что важно. Отличная длина рукавов.
Далее два пуловера в размере S в двух расцветках, в бежевый и белый. Помимо них также имеется черный цвет, розовый и бордовый. Стоимость 650 рублей. Материал преимущественно хлопковый с небольшим добавлением спандекса. Здесь ткань уже просвечивает, как видите. Но к телу она безумно приятная. Интересное здесь плетение нити, необычное. Можно было спокойно заказать эти пуловеры и в размере M. Я думаю, что они сели бы лучше. Красивый здесь вырез горловины. Обмотка краев здесь зигзагом, а не стандартная под гибку. Длина рукавов и пуловера подошли. Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and dark. Далее кардиган в бежевой расцветке и в размере M за 740 рублей. Моя расцветка третья из 23 представленных у продавца. Все расцветки, на мой взгляд, очень интересные и очень красивые. Мне понравилось качество этого кардигана, его дизайн, в особенности его пуговицы, обтянутые тем же материалом. Резиночка проходит по манжетам и по низу кардигана. Красивый, немного подкрученный край на горловине. В составе материала здесь вискоза, что, разумеется, очень приятно к телу. Красивый этот кардиган смотрится как самостоятельно, в застегнутом виде, так и с топом под низ, с частично расстегнутыми пуговицами и в полностью расстегнутом виде. Еще один хлопковый пуловер с добавлением спандекса, но незначительным, который я выбрала в белой расцветке, которая, как видите, просвечивает. Другие расцветки у продавца просвечивают меньше. Я выбрала ее в размере S, но лучше бы сел на мне размер M. Не так сильно обтягивал бы меня. В общем, размер S я рекомендую заказывать в том случае, если вы носите размер XS. Длина пуловера приемлемая, длина рукавов отличная на мой рост. Ну и в особенности мне, конечно, понравились кнопки на груди, которые снова расстегиваются, застегиваются, это также не обманка. Красиво он смотрится как с двумя, так и с тремя застегнутыми пуговицами. Материал хорошо тянется и очень комфортен к телу. И последний мой заказ — это хлопковые шорты, которые я выбрала в размере 26, можно было спокойно выбрать и на размер больше. 877 рублей обошлись они мне на момент заказа. Мне очень понравилась их модель, красивая завышенная талия, также по низу они сидят хорошо. Мне нравятся их широкие манжеты по низу. Материал очень сильно тянется, поэтому прекрасно садится по фигуре. Состав материала — хлопок с добавлением полиэстера. И 6 расцветок у продавца на выбор.
Ну вот и все, обзор подошел к концу. Мне кажется, товары сегодня были очень достойными. Лично я буду продолжать делать заказы в этом магазине. И уже положила глаз на новую партию товаров для обзора. Если вам понравилось это видео, вы помните, что нужно сделать. Оцените его лайком, обязательно жду вас в комментариях. Подписывайтесь на канал, включайте значок колокольчик. Разверните описание, чтобы увидеть все лежащие в нем ссылки. И надеюсь, вы будете ждать мое следующее видео. Я так лично буду очень ждать новой встречи с вами, так что увидимся как раз в нем. Всем до скорых встреч!